Как известно, с 19 января Волгоградская область примет эстафету Олимпийского огня «Сочи-2014». Она пройдет не только в столице региона, но и в малых населенных пунктах. Каким будет маршрут эстафеты, кому доверено нести огонь и будут ли приняты особые меры безопасности во время мероприятия? С этими вопросами мы обратились к первому заместителю председателя правительства Волгоградской области Роману Георгиевичу Гребенникову. Роман Георгиевич, уже совсем скоро Волгоградская область примет эстафету Олимпийского огня «Сочи-2014». Наверняка нашим телезрителям будет интересно узнать, каков будет маршрут эстафеты. Это очень непростое мероприятие. Мероприятие, к которому мы готовимся, готовимся серьезно. Здесь очень важна и логистика вопроса, потому что мы ждем большое количество гостей. Количество факелоносцев только 252 человека. И еще возможны коррективы этого состава. Потому что в случае, если оргкомитет чуть удлинит нам, так сказать, сам маршрут, то придется дополнительно добавлять нужное количество факелоносцев. А предварительно длина маршрута 46 километров по Волгограду. Дополнительно 19 числа, если в Волгограде 20-го состоится эта эстафета Олимпийского огня, то 19 числа в городе Урюпинске. И частично в рамках одного из предприятий города Волжского – в Волжском. Охват маршрута предусматривает, конечно, за, так сказать, подключение четырех районов и территории четырех районов Волгограда. Это Дзержинский район, конечно же, это Краснооктябрьский, это Центральный и Ворошиловский районы. В том числе и маршрут проходит под землей между двумя станциями скоростного трамвая. Я полагаю, что здесь временные транспортные неудобства, конечно, придется нашим горожанам пережить, но отнестись к этому с пониманием. Могу сказать, что и по маршруту следования у нас один из самых протяженных маршрутов, и по сложности проведения мероприятия мы на такой вот, так сказать, на уровне передовиков находимся, это совершенно точно можно сказать. Мы принимаем вот в ближайшие дни представителей Оргкомитета России, Олимпийских игр России, включая каждую деталь, со специалистами будем отрабатывать. Конечно же, подключаются правоохранительные, силовые структуры, потому что нужно обеспечить максимальные гарантии, так сказать, для жителей, для участников этого события, чтобы все прошло без сучка и задоринки и безопасно. А теперь давайте расскажем о тех, кто непосредственно примет участие в эстафете. Давайте мы вот назовем несколько фамилий. Они наверняка известны. Максим Обулев. Я полагаю, Максим, собственно, первый будет факелоносец, который в начале маршрута возьмет факел в руки. И, конечно же, предполагается, что ключевой фигурой, завершающей фигурой, завершающим факелоносцем, который будет выносить факел в помещении Дворца спорта, это будет наша легенда, знаменитый спортсмен, удивительная девушка, потрясающий человек Елена Исенбаева. Вот только эти фамилии, да, уже составляют гордость спортивной общественности и вообще каждого жителя региона. В целом из 252 факелоносцев, ну, едва ли не половина – это как раз представители региона. Хотя справедливо нужно заметить, что делить на наших и не наших факелоносцев нельзя. Они все жители России, патриоты, часть из них спортсмены, часть из них яркие деятели культуры, бюджетной сферы, иных направлений и так далее. В этом году ярким событием, кроме зимних Олимпийских игр, станут еще и Дельфийские игры, которые будут проведены на территории Волгоградской области. Расскажите о них поподробнее. Конечно же, это игры в области сферы искусства, культуры. Это мероприятие, которое будет проводиться, несмотря на общероссийский или даже мировой уровень, на территории ни Сочи, ни Москвы, ни Петербурга, а Волгограда. Для нас это огромная честь. И могу сказать, что наш губернатор Сергей Анатольевич Баженов в 2013 году все меры предпринял для того, чтобы убедить руководство Дельфийских игр, значит, соответствующий попечительский совет, другие структуры, провести Дельфийские игры России, 13-е Дельфийские игры России и общеевропейские игры на территории Волгограда. Мы ожидаем
значит, вот в количественном масштабе уже в мае месяце порядка 2500 участников. Только знаменитых актеров, писателей, поэтов, представителей иных направлений искусства ожидается около 200 человек, причем масштаба российского и мирового. Это очень знаковое мероприятие для культуры нашего региона, прежде всего. Роман Георгиевич, спасибо за беседу. Спасибо вам.